Анонс и точка выхода 251 серии турецкого сериала «Любовь и надежда». 251 серия сериала выйдет в эфир 29 января. Ранее в сериале мы увидели, как несмотря на то, что Ферае по-прежнему любит Белента, она все же решила с ним развестись. Когда к ней приходит адвокат Тахир, то Ферае начинает вести себя совершенно иначе. Мелис очень не нравится то, как ведет себя Тахир по отношению к ее матери. Она прикладывает все усилия для того, чтобы родители не разводились, и хочет сохранить семью. Мелис понимает, что сама она с этим не справится, и поэтому обращается за помощью к Эге. Но Эге и Белкис не так реагируют на эту просьбу, как того хотелось бы Мелис. Бюлен продолжает находиться рядом с Зейнеп и делает все, чтобы она не находилась вместе с Джиханом в одном доме. Когда он стал делиться своими мыслями с Зейнеп, то она не хотела выслушивать своего отца. Тем более не собирается прислушиваться к его советам. Джихан делает Зейнеп такое предложение, которое ее очень сильно удивляет. В этот момент Кузей принял решение развестись с Бахар, но девушка не собирается просто так отказываться от своего мужа. Тогда она начинает манипулировать силой. Сам же Кузей решает сделать предложение силе и надеется получить на него положительный ответ. 251 серия сериала выйдет в эфир 29 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.